Здравствуйте всем, друзья! Я в одном из своих недавних видео показала вам, как я преобразовала свою столешницу на кухне, как я ее покрыла вот такой чудесной пленкой. И меня попросили, многие заинтересовались, попросили поподробнее рассказать об этой пленке, как она себя ощущает и что с ней случится. Я хочу тогда уже на самом деле вам поподробнее показать. Ну, во-первых, эта пленка водостойкая, она очень прочная. Вот я принесла остаток у меня здесь рулончик вот этой пленки. Как она выглядит, вот можете увидеть, да? У нее был размер 45 сантиметров на 2 метра длиной. И вот этот рулон пленки стоил 5 фунтов. Если там можно разное, я вам покажу сейчас, где я ее покупала, и цены, и размеры, и сколько это стоит. Все это покажу. А сейчас хочу сказать, что она еще и жаропрочная, эта пленка. Эта пленка еще и жаропрочная, потому что у нее основа. Вот я здесь вам специально краешек открыла этой пленки, чтобы показать ее. Отделять сложновато. Но вот смотрите, на какой она основе, видите? Она на основе металлической фольги. Вот она. И она очень плотная. Вот такая. Видно вам, да? Вот. Поэтому с ней, я надеюсь, ничего не случится. Тем более, что эту пленку я уже наклеила давно, примерно месяц я пользуюсь ей. Сейчас покажу, как она на влагу реагирует. Как говорится, элементарно, легким движением руки все это стирается без каких-либо проблем. Пленка прочная, ну и никакой, конечно, жидкости она не впитывает. Что касается ее жаростойкости, вот так как я ее здесь наклеила еще и над плитой, и что касается жаростойкости, то я думаю, что никаких проблем не будет. Я тоже пользуюсь постоянно своей газовой плитой, и ничего не случилось с этой пленкой. Она легко моется, и она, так как она на основе фольги, достаточно жаропрочная. Тут, конечно, надо не ошибиться с выбором пленки, потому что эти пленки самоклеющиеся, они, конечно, бывают разные. Вот я в свое время купила как-то вот такую вот тоже пленочку. Она очень дешевая, это я купила в паундовом магазине. Вот цвет был только такой. Ну, в принципе, даже цвет меня, может быть, устраивал. Но вот когда я стала смотреть, как эта пленочка, какая она, как она по прочности, то оказалось, что она очень слабенькая такая, знаете. Никакой у нее уже водостойкости нет. И если мы откроем эту пленочку, вот я открыла тоже вам эту пленочку, видите, отсоединила, то она просвечивается просто вся на свету. Видно, что она тоненькая абсолютно. И она уже не жаропрочная, и она уже не водостойкая, поэтому будьте осторожней. Вот на этой пленке практически точно так же сзади она выглядит, видите, как и это. Но оказывается, что эти пленки разные, это очень-очень прочная. Сейчас покажу вам, как именно вот эта пленка, где я ее показывала, сколько она стоит, как она выглядит. И вы знаете, вы уже можете сами судить. Ну а если кто уже особенно недоверчивый, то могу вам показать и попозже, уже в использовании долгом, как будет себя ощущать мой стол, вот эта столешница. Я на ней работаю, но я, конечно, на ней не режу. Как вы понимаете, надо доски использовать. Ну, вот так. Приклеивается она довольно легко. Но вы, конечно же, должны любую поверхность сначала тщательно очистить и обезжирить.
Вот я обезжиривала ацетоном и долго очень мыла, даже с хлоркой поверхность. Ну и поверхность, конечно же, должна быть ровная, как вы понимаете, да? Ну вот как-то так. Где я купила свою пленку? Я ее купила на eBay. Это сайт такой. Он есть английский сайт и есть также русский. Можете найти. Эти пленки, они разного цвета и разной величины, разного размера. Ну вот, если мы посмотрим, видите, она есть вот такого цвета красивого, золотисто-желтого. Это цвет кофе. Наверное, немного похож даже на мою пленочку, но потемнее. Если вы берете 70 сантиметров, то она стоит 3,19, как вы видите. Стоимость зависит от размера пленки. Двухметровая стоит 5 фунтов. Ну вот еще зеленый цвет я вам показываю. Есть такой, тоже очень красивый. Вот голубой цвет этой пленки. Еще раз вам напоминаю, что пленка на основе фольги. Она, как вы видите, водостойкая и жаропрочная. Это пленочка. Можете посмотреть, найти. И, пожалуйста, не ошибайтесь с вашим выбором. Чем еще хороша эта пленка, вы же понимаете, что вы можете это сделать сами, не заказывая какие-то специальные работы, кого-то вызывая. Вы просто прекрасно сами преобразуете вашу кухню сейчас. И у вас кухня заиграет по-другому. Выберите цвет, выберите дизайн, и будет просто великолепно. Ваша старая кухня обновится, уверяю вас, на 100%. Но даже если эта пленка будет вам служить где-то, я не знаю, года 2-3, потом вы можете прекрасно купить какой-то другой цвет, и ваша кухня будет опять для вас как новая. А я на этом с вами прощаюсь. Всем удачи, берегите себя. Пока-пока.